Новые поправки в налоговом кодексе вступили в силу с 1 января текущего года. Согласно им, граждане, обратившиеся в Федеральную миграционную службу, за получением услуги могут заплатить за пошлину на 30% меньше ее стоимости. Однако для этого жителям необходимо подать заявление и оплатить госпошлину в электронном варианте через портал госуслуг. Так, например, при обращении в местный отдел УФМС госпошлина за гранпаспорт жителям обойдется в 3500 рублей. То при подаче заявлений и оплате госпошлины через портал нефтекамцы смогут сэкономить более 1000 рублей. Такая же схема действует при получении остальных услуг. Это первичная и повторная выдача детских и взрослых паспортов. Могут оставить заявление для регистрации по месту жительства, снятие с регистрации, регистрация по месту пребывания. С ним по электронной почте связывается наш ответственный сотрудник, который данную линию работы ведет, проверяет, все ли документы, все ли хватает. Если там что-то не хватает, то, соответственно, данный сотрудник пишет ответ. И на месте обратившийся гражданин может на месте устранить недостатки, не приходя к нам в отдел.